Марушенька, а тебе удачи. Маргоша, тебе не повезло, конечно, но ничего страшного. Честно. Суефа. Так, у нас тут операция И. Всем привет! Я Маргарита. Я Ксюша. И вы снова на нашем канале. По вашим просьбам мы сегодня снимаем 24 часа челлендж. 24 часа мы будем сегодня играть в Суефа. И как раз сейчас нам нужно решить, кто будет заправлять постель. Я не вижу. Так, сейчас кто проиграет, тот и будет заправлять постель. Суефа. Суефа. Ксения проиграла! Все, Ксюшенька, а тебе удачи. Ну что, придется заправлять постель. Все, я закончила. Ребята, сегодня вышла новая серия нашего любимого сериала «То, чего писать Бент». Сейчас мы решим, кто же первый будет смотреть эту серию. Суефа, 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 Суефа. Yes! Я первая смотрю этот сериал. Ура, новая серия! Мой самый любимый сериал. Я в первый день посмотрела 10 серий. А где такси? А, вот и такси. Я? Ты парням студию разгромила. Теперь хочешь и гараж? Это же Лиза Найс. Для чего это все? Для того, Лиза, я просто... Ребят, если вы тоже хотите смотреть этот сериал, ссылочка в описании. Ну что, ребят, пришло время завтракать, а у нас нету хлеба. И, конечно же, мы сейчас будем решать, кто пойдет покупать хлеб. Суефа, Суефа. Я, Ксения, иду покупать хлеб! Я остаюсь. Давай кушаем еденьку. Иди, давай. Проиграла, так проиграла. Все, я пошла за хлебом. Hours later. Кто хлебушек заказывал? Крючки. Ну что, теперь мы будем решать, кто будет на первом месте. Нет. Давай. Суефа. 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 Yeah! Нет! Ты заметила, сначала я проиграла, потом Маргарита проиграла, и я проиграла, теперь Маргарита проиграла. Так реально стало? Ну ладно. Сейчас мы поедем в магазин, и мы будем решать, кто поедет впереди на маминном месте. Суефа, 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 Суефа. Ее, я на обратном пути мы тоже будем пробовать. No, auntie.
там сидит. Ну, мы зато с Ксюшей сзади едем. Меня выгнали с моего места. Все, поехали. Ну что, ребят, мы пришли в магазин одежды. Сейчас мы решим, кто из нас будет покупать одежду. Значит, я выбираю одежду. Хотя такие шорты на нем небольшие. Мы закончили наши покупочки. И сейчас мы будем решать, кто опять поедет впереди. Суефа. Продолжаем дальше нашу игру. Теперь мы решим, куда мы пойдем. В Starbucks или мороженое. Я хочу мороженое. Я хочу Starbucks. Суефа. Едем в Starbucks. Я хотела камень, но потом я передумала. Я думала, что она это камень поставила. Мы едем в Starbucks. Что, приехали в Starbucks. Я надеюсь, он открыт сегодня. Если нет, значит. А Starbucks закрыт, ребят. Да. Закрыт Starbucks, поэтому. Ну что, тогда идем покупать мороженое. Да. Маргарита. Да. Все, пойдемте за мороженым, ребят. Не повезло, Маргарита, тебе закрыт Starbucks. Тогда мороженое выигрывает. Все, все с мороженым. Маргоша, тебе не повезло, конечно, но ничего страшного. Будешь кушать мороженое вместо Starbucks. Сегодня просто воскресенье, Starbucks не работает. Мы думали, здесь работает, так как кинотеатр открыт. Но нет, закрыто. Так что будем кушать мороженое все вместе. Тут немножко намокли. Девочки играли с фонтанами. В общем, я забыла поснимать. Немножко, да, в кавычках. Забыла я вам поснимать совсем. Сидели так, расслабились так хорошо. Там такие фонтанчики были классные. В общем, в Инстаграме там в сторис есть. Если хотите посмотреть, то в Инстаграм переходите. Да, ссылочка вот в описании будет. Посмотрите, как там девчонки плескались. Все, давайте быстрее домой, мокрый, в душ горячий. Так, девчонки, кто первый идет мыться? Я. Вы сами знаете, что нужно сделать. Давайте. Давай. Кто выиграет, тот пойдет первый. Я. Суефа. Суефа. Ксюша. Давай, ты переодевайся хотя бы в сухую одежду, потом пойдешь мыться. А ты давай, иди мойся быстрее. Холодно. Так, у нас тут операция И. У Ксюши заноза в ноге. Операция И? Угу. Заножа вытаскиваем, ну-ка давай. И она такая прям на боку так села там. Тебя болит? Больно? Мы уже помылись, и сейчас вообще-то уже поздно. Давайте решим, кто идет спать, а кто будет смотреть телевизор. Кто, Ксюша? А как? Я боюсь. Я не хочу. Я боюсь, я не хочу проиграть. Кто проиграет, тот будет спать. Смотреть телевизор. Суефа. Нет! Я не хочу спать. Нет, давай еще раз перекинь. Ну, один денечек поспишь пораньше, ничего страшного.
Ну, вообще-то я не сказала бы, что сейчас так рано, 10 часов. Я пошла смотреть телевизор. Марли, тебе я желаю спокойной ночи. Пока. Ну ладно, значит, я проиграла, пойду спать. И на этом мы заканчиваем наше видео. Надеемся, вам оно понравилось. Если это так, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!